Всем привет! Вы на канале «Взагали по загалям». Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре вот такая шапка с Bluetooth модулем и Bluetooth наушниками. Вот так она выглядит. В комплектации идет небольшая инструкция. Проводок USB для зарядки. Вот здесь есть такая небольшая дырочка. И модуль управления. Здесь три кнопки, многофункциональные. Это включение, выключение, пауза и play. Добавление, убавление громкости. И они же переключение зажатием следующего трека. Наушники здесь и здесь. Сейчас мы попробуем его подключить и услышать самое главное, как оно играет. Сама шапка вот такая, в таком формате. Обыкновенная, молодежная, спортивная шапка. Так, нажимаем среднюю кнопку, зажимаем. Не знаю. Вероятно, он... Батарея села. Значит, придется зарядить сначала батарею. При подключении зарядки индикатор светится красным. Посмотрим, как он будет светиться, когда шапка будет полностью заряжена, или потухнет, или поменяет цвет. Пока не знаю. Так, я думаю, наша шапка немножко подзарядилась. Сейчас попробуем. Вот, как видите, когда нажимаешь, синеньким загорелось. Сейчас мы попробуем ее подключить. Так, я думаю, это вот это BT03S. Так, подключено. Довольно громко играет. Так. Кнопки работают. Пауза, play. Все отлично работает. Сейчас я еще одену, послушаю. То есть аудиокнига, звук чистый, хороший, музыка, ну, так как обычные такие недорогие наушники играет, но, в принципе, нормально. Так, что еще? Сама шапка по качеству так себе, синтетическая такая, ну, не очень, я не думаю, что она будет очень теплая. Качество так себе, не знаю, средненькое. По продолжительности полного заряда батареи, ну, так его постоянно я не слушал, чтобы, а по совокупности часа на 3 его хватило, вот если так просуммировать время, которое в нем проработало, приблизительно около 3 часов, может, там чуть-чуть больше. Вот так. Все, вот такой был обзор, прикольная шапочка. Кто любит слушать музыку, не отрываясь, в любое время и в любых погодных условиях, то, что нужно. Все, вы были на канале «Взагали по загалям». Всем пока.